Вечернюю программу телеканала «Видное ТВ» продолжает прямой эфир. И сегодня у нас в гостях Елена Разбиралова, директор муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью «Энергия». Елена Владимировна, здравствуйте. Добрый вечер. И сначала, чтобы познакомить наших телезрителей с местом вашей работы, то, чем вы занимаетесь, расскажите подробнее, пожалуйста, о вашей организации. Какие у нее цели и задачи? Наша организация – это муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Энергия». Наша основная задача – это организация досугового отдыха подростков и молодежи нашего города. Наша организация, на самом деле, существует довольно-таки давно, еще с прошлого века. И образовалась она на базе клубов при ЖЭКах досуговых. Вот. И раньше они существовали отдельно и жили сами по себе, в том числе и спортивные клубы на базе. Тогда были, помню, котельных всевозможных, и в подвалах располагались. Потом пришла идея все это дело организовать, и чтобы как-то это все дело систематизировать и помочь материально, потому что идея-то была замечательная. Ребята приходили, действительно занимались и с удовольствием занимались. Создали организацию по работе с молодежью «Спектр», которая объединила эти спортивные и досуговые клубы. Ну и, соответственно, по течению всего этого времени, так или иначе, эта организация претерпевала какие-то изменения. Одни клубы уходили, одни приходили. И в результате на сегодняшний день мы имеем муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Энергия», которое объединяет сеть городских клубов по работе с молодежью по месту жительства. А я хочу сказать нашим телезрителям, что тема сегодняшнего эфира – летний отдых детей и подростков. Если у вас есть вопросы, звоните по телефонам, которые вы видите сейчас на своих экранах, и задавайте их. А какие кружки, секции и клубы входят в состав вашей организации на данный момент? На данный момент входит у нас в нашу организацию 12 клубов по различным направлениям, по различной тематике. То есть каждый может здесь найти себе занятие по душе. У нас есть 4 клуба прикладной направленности. Это студия художественной росписи «Огонек», художественной росписи «Русские узоры», студия художественного выжигания по дереву и ткани «Огонек», и за студией «Акварель», квилт-клуб – это рукоделие, различные причем направления в этом клубе. Там и пэтчворк, и бисероплетение, и макраме. В общем, много. Человек работает давно и по авторской программе, поэтому клуб один из очень интересных. У нас есть клуб исторического фехтования и реконструкции «Цитадель». Это, как я уже сказала, фехтование, направленность. Клуб авиамоделизма. Это как раз творчество такое, правильно сказать. Этому клубу уже много лет. Я еще помню себя маленьким, ходили на стадион тогда. Да, этот клуб тоже образовался довольно давно. У истоков его стоял, насколько я помню, Анатолий Навыш. Это было очень давно, но, к сожалению, время идет, и человек, конечно, не может постоянно нести такой большой объем работы. А работа с детьми – это действительно дело нелегкое. И какое-то время он отошел от дела, и клуба не было. Но остались ребята неравнодушные, которые занимались в этом клубе. И вот один из них, Павел Шернин, он этот клуб возродил. И сейчас этот клуб работает благополучно. В составе нашей организации ходят ребята, то есть детское творчество продолжается, самолеты продолжают летать, и клуб довольно-таки востребован, очень интересный. Технический вид спорта, мальчики всегда с удовольствием посещают такие клубы. А теперь давайте подробнее поговорим о именно летней программе отдыха. Что вы можете предложить тем детям и подросткам, которые не уехали за границу, не уехали на дачу, в деревню, к дедушкам, бабушкам, а остались в городе? Да, летом действительно ребята разъезжаются, немножечко у нас наплыв детей уменьшается. И летом действительно такая пора, когда довольно-таки трудно заставить ребенка сидеть в помещении и что-то делать. Поэтому мы решили не приглашать их к нам, а выйти к ним, чтобы организовать их на улице, чтобы сделать и программу для них интересную. Мы составили их с учетом всех наших клубов тематики. Вот. Поэтому еженедельно, в основном в парках, мы будем проводить мероприятия по тематике каждого клуба. То есть, допустим, одну неделю у нас работает клуб выжигания, другую неделю клуб рисования, ну и так далее. А, извините, о каких парках идет речь? Это Центральный парк или Расторгуевский, или Тимоховский? Это и Центральный парк, это и Тимоховский парк, и Расторгуевский парк. В Центральном парке мы планируем проведение мастер-классов,
В Тимоховском парке мы планируем проведение мероприятий исторического клуба «Цитадель». Там есть эстрада, очень удобная для боев мечевых, ну, естественно, на уровне детей. Есть где развернуться, да. Как раз-таки там вот вся атмосфера располагает к этому. А Расторгуйский парк у нас как раз очень подходит для проведения мероприятий интеллектуального клуба «Думай, знай». Там очень легко и удобно проводить квесты. И практика такая у нас уже есть, ребята приходят с удовольствием, поэтому у нас вот вся, практически весь летний период расписан на проведение вот таких мероприятий. С расписанием можно ознакомиться в нашей группе ВКонтакте «Энергия». У нас есть свой сайт, там есть информация обо всех наших клубах, о адресах и часах работы, информация о педагогах. Но пока у нас сейчас меняется администратор, мы там не можем выложить. Поэтому выложили в нашей группе ВКонтакте, можно ознакомиться. А какой адрес у группы ВКонтакте? МБУ «Энергия». По работе с молодежью. Легко найти, да. Какие знаковые мероприятия последнего времени вот вы хотели бы вспомнить? Потому что, может быть, нас сейчас кто-то смотрит и думает, я, допустим, ходил там по городу, видел такое-то мероприятие, но не знал, что это организует вот «Энергия». Ну, знаковые мероприятия у нас вот особо узнаваемые. Это работа нашего любимого специалиста по работе с молодежью «Энергия» нашего. Это Александр Николаевич Синица, любимый всеми уже полюбившийся клоун Алекс. Он, по-моему, у нас участвует всегда и везде, с удовольствием откликается на любые просьбы при проведении мероприятий во дворе ли это, около кинотеатра «Искра» или что-то еще. Во всех акциях, которые проводятся в городе, он участвует. Еще довольно-таки такое знаменательное мероприятие у нас прошло. Это был «Многофест». Это принимали там участие наш клуб «Горизонт», специалист по работе с молодежью Кашников Алексей Николаевич, и клуб «Цитадель» на поляне Григорчикова. Съезжались любители бардовской самодеятельной песни, причем не только района, но и из области приезжали коллективы музыкальные. И в течение 3 дней проводился у него очень интересный фестиваль, и довольно-таки много было гостей там. Так что вот это тоже одно из знаковых наших мероприятий, которое проводится ежегодно. И, кстати, что хочется заметить, очень важно, что многие мероприятия, организованные вами, имеют уже свою историю. Вот тот же самый «Многофест», он проходит уже много лет, насколько я знаю. Да, «Многофест», я уже говорила, что практически проходит ежегодно. Мероприятия у нас есть знаковые тоже, которые проводятся ежегодно. Это клубом, оборонно-спортивным клубом «Ратник». У нас ежегодно проводятся военно-спортивные игры в честь Дня народного единства. Ну, вахта памяти, это тут, как говорится, всегда у нас ребята ездят, и с удовольствием. Потому что, ну, тут трудно переоценить значимость этого мероприятия. Вот. Потом, ну, естественно, у нас знаковые такие мероприятия тоже. Это на День Победы у нас мастер-классы проводятся, День защиты детей. Ну, много на самом деле. Сейчас просто вспоминать это не хватит, наверное, времени у нас. Нам начинают поступать вопросы от телезрителей. Ольга Васильевна спрашивает, куда может обратиться 13-летний подросток, чтобы быть занятым летом? Ну, я думаю, что всем нашим эфирам мы сейчас ответим на этот вопрос. Правильно? Да, ну, имеется в виду занятым летом. Что имеется в виду под словом «занятым летом»? Занятие, чем-то заняться, чтобы просто прийти время провести, либо заняться, вот у нас есть, насколько я знаю, молодежные бригады такие в городе, они существуют. Вот, но это немножко не наша тема, они не под нашей юрисдикцией находятся. Поэтому, если просто провести время, пожалуйста, в любой клуб приходите. 13-летний подросток, я думаю, ему интересно будет и фотодело, интересно будет и историческое фехтование, там ребята постарше ходят, занимаются, и в том числе и авиамодельный кружок, и оборонно-спортивный клуб «Ратник». В любой. А как лучше обратиться вот родителям с подростками именно в «Энергию», как в административное здание, скажем так, или уже непосредственно в клуб какой-то? Это как удобнее родителям. Они могут обратиться и непосредственно в наше учреждение по адресу проспект Ленинского, Комсомола, дом 16, либо посмотреть на сайте адреса клубов, там все указано, там указаны телефоны наши контактные. Пожалуйста, приходите, мы всех ждем с удовольствием. У нас работают очень опытные, квалифицированные педагоги, которые работают не один год и не 5 лет. То есть они умеют работать с детьми и всегда найдут подход к любому подростку. Вот следующий вопрос. Есть ли в Видном патриотические лагеря? Как туда попасть и с какого возраста это возможно? Александр. Патриотические лагеря в Видном
Ну, насколько я знаю, и у нас в городе Видном есть на базе школ лагеря образовательные. На базе нашего учреждения в городе никаких лагерей мы не проводим. Вот Анна еще задает вопрос. Клубы платные? Нет, нет. Клубы бесплатные. И вот я, кстати, пользуясь случаем, хочу благодарность выразить нашей администрации, нашему главе за самое главное, за возможность занятий с детьми бесплатно. И прежде всего благодарность это от родителей, которые приводят детей в наши клубы. Потому что значительная часть наших детей – это многодетные семьи, это дети из неполных семей, в том числе неблагополучные ребята. Мы перейдем к вопросам от зрителей чуть попозже, а сейчас продолжим. Хотелось бы узнать о сотрудничестве с другими поселениями района. То есть мы сейчас говорим конкретно про город Видное. Да. Вот. А какое-то взаимодействие налажено с другими? Конечно, налажено. Оно и у нас и не прекращалось. Потому что, как я упоминала ранее, когда у нас еще «Спектр» называлась наша организация, она объединяла именно все учреждения по работе с молодежью и спортивные, расположенные на территории всего Ленинского района. Вот. Но с введением 131-го закона эти учреждения отошли и поселения, в том числе и наш «Спектр», и клубы немножечко разделились, и организация стала поменьше. Но связи остались, естественно. Педагоги все это наши знакомые, и мы всегда сотрудничаем на абсолютно практически всех районных мероприятиях. Вот, к примеру, у нас будет 17-18 числа около деревни Коробова у нас предполагается проведение фестиваля клуба «Цитадель» и «Горизонт», «Броненосец», такой фестиваль исторического фехтования, фестиваль артистического фехтования, куда приедет много народа. И в том числе там будут присутствовать и территориальный совет молодежи Молокова, и местные как раз работники, которые осуществляют работу с молодежью в этом поселении. То есть всегда у нас очень тесное сотрудничество и взаимопонимание абсолютно на всех мероприятиях, которые проводит район. Вы сейчас упомянули территориальные советы молодежи, которые входят в структуру совета молодежи при главе Ленинского района. Не так давно избрали нового председателя, да, им стал Илья Катасонов. Да, и хочется узнать, насколько я знаю, что именно молодежному совету поручили организовать День молодежи, который будет в этом году. Да. И как вы сотрудничаете с этой организацией, с молодежным советом, и какая помощь они вам помогают или вы им помогаете вот в организации, допустим, Дня молодежи? Ну, с этой организацией, территориальным советом молодежи, мы сотрудничаем практически с самого начала ее создания, когда еще, помню, председателем был Авдеев Григорий. Непосредственно мероприятия вместе мы проводим. И в прошлом году, и в этом году мы проводили это молодежные квесты всевозможные. Вот. В этом году, опять же, мы планируем, мы уже провели на Масленицу мероприятие общее с территориальным советом молодежи «Завидное». Сейчас мы будем проводить вместе мероприятия военная эстафета, посвященная гибели 6-й роты. Угу. Да, там будут задействованы два наших клуба, «Ратник» и «Горизонт». Да, в этом году проведение Дня молодежи именно поручено территориальным советом молодежи. Ребята очень активные, это очень хорошо, это очень здорово, что наконец-то действительно их соорганизовали, потому что на самом деле активной молодежи достаточно много. И если раньше организацию проведения Дня молодежи проводила, как правило, это управление дела молодежи и культуры, отдел, молодежный отдел, а ребята принимали участие, помогали и прочее, то теперь у нас немножко акценты сместились. Ребята выдвигают идеи, организуют, а наша вся материальная база идет. То есть непосредственно все равно мы работаем вместе. Это наш город, наши мероприятия, наши подростки. Вот вы сказали про активную молодежь. Как я считаю, это действительно плод вашей работы, ведь действительно уже 20 лет существует энергия, ну, раньше «Спектр». Ну, да. И вот за 20 лет выросло поколение, которое, может быть, воспитало уже вот этих детей, подростков, которые сейчас вырастают и становятся активной молодежью Ленинского района. Так и есть. А какое взаимодействие налажено со школами, с управлением образования? Ведь сейчас лето и действуют школьные лагеря. И какие-то, может быть, экскурсии вы проводите или какие-то тоже занятия в ваших кружках, мастер-классы какие-то проводите? Ну, мы не скрываем, что мы всегда приглашаем
всех ребят, независимо, где они там, в школе они там занимаются чем-то, или уже которые закончили школу, немножко вышли уже подальше учиться. Вот, всегда приглашаем, наши клубы, дверь открыта для всех. А в частности, взаимодействие с управлением образования, вот у нас будет в рамках Дня молодежи квест проводиться в парке, в Расторгуевском парке. Вот. В том числе там будут участвовать ребята из школ. И вообще этот клуб «Думай, знай, познавай», он очень тесно сотрудничает с управлением образования, со школами. И ребята с удовольствием приходят, участвуют в викторинах, финальных играх, причем вот целыми чуть ли не классами. И вот финальное будет у нас мероприятие как раз в кинотеатре «Искра». В 17 часов я приглашаю всех желающих, болельщиков, участников. Игра будет состоять из 70 вопросов, разделенных на разные темы. Вот. Победителей ждут Кубок чемпионов, эксклюзивные дипломы, грамоты, призы. А ведь эта интеллектуальная игра, она достаточно популярна среди молодежи, а ведь этот клуб «Думай, знай, познавай» образовался не так давно. Да, на самом деле у нас идет постоянная такая ротация клубов, мы на месте не стоим. По сравнению с тем, что вот было раньше, мы, вот, например, в 2014 году открыли новое направление, это «Русские узоры» клуб, «Выжигание», фотокружок открыли. И вот в прошлом году мы, значит, к нам пришел человек очень активный, с массой идей, очень такой энергичный, это Кирилл Махров, и предложил открыть новое направление. Сейчас квесты, они очень популярны. Очень популярны интеллектуальные игры. Мы решили попробовать, и получилось. Ребята приходят с удовольствием, принимают участие и ходят на мероприятия. До 100 человек приходят ведь ребят. Угу. А как появляются идеи создания новых клубов? Вот когда приходят новые люди и предлагают свои мысли, свои идеи или как? Да, приходят. У нас достаточно активное население. Вот не далее, как сегодня, пришел один человек, я не буду пока называть его имени, пусть это немножко пока будет в секрете. Он предложил воссоздать у нас кружок аквариумистики. Раньше у нас был такой, но потом он прекратил свое существование по ряду причин. Вот. Но оказалось, что востребовано, люди помнят. Клуб «Дельфин» тоже у нас очень давно существовал. И вот предлагают возродить это дело. То есть приходят люди и предлагают радиокружок вести. То есть, ну, одно дело прийти и сказать «я хочу, давайте мне», а другое дело прийти со своей идеей, со своими наработками, со своими людьми, со своими неравнодушными какими-то соратниками, которые действительно помогут. Потому что понятно, что просто прийти и сказать «я хочу» и все этого мало. Ну, то есть главное, чтобы планы и идеи совпадали с возможностями. Конечно, конечно. Сережа, наш телезритель, задает вопрос, есть ли видно волонтерские движения? И как туда попасть? Волонтерские движения. Волонтерские движения, конечно, есть. Я просто сейчас, наверное, не смогу с точностью ответить на этот вопрос. Наверное, лучше обратиться в Управление по делам молодежи, культуре и спорту, в отдел по делам молодежи. Там начальник отдела как раз занимается, Лебедкина Анастасия Алексеевна, этим вопросом. И она вам сможет подробнее. Я знаю, что у нас есть волонтерские движения. Это и Лиза Алерт, и по поиску пропавших людей. И, ну, я не буду сейчас точно, потому что я боюсь, что дам неправильную информацию. Поэтому лучше обратиться туда. Во всех мероприятиях, которые организуют «Энергия», принимает участие только молодежь, я имею в виду, ну, которые там вот, воспитанники ваши, либо и старшее поколение, те, кто уже 20 лет назад были воспитанниками, сейчас уже выросли, но тем не менее не забыли своих корней и приходят, помогают как-то. Да, конечно, конечно, это есть, это осталось, это есть и в наших прикладных клубах, вот в частности квилл-клуб, он существует тоже очень давно. И уже девочки, которые выросли, научились шить, вязать, то есть там навыки необходимы, наверное, каждой девушке, которая потом это вносит в свою семью, они приходят и помогают педагогу, потому что сейчас мы видим, что город наш растет, народу очень много, и, естественно, количество, вернее, правильно, число детей, которые приходят заниматься, оно стремительно увеличивается, и один педагог, он просто не справляется. А когда приходят дети, ведь нужно каждому ребенку уделить внимание, каждого научить. Поэтому приходят, помогают. Приходят ребята, которые занимались в клубе «Ратник», они прошли уже военную службу в армии, они приходят, помогают. Вот сейчас у нас они и принимают участие в мероприятиях.
Вот не далее, как недавно, совсем пару дней назад, к нам пришло из Российского союза молодежи письмо, приглашение на международный авиакосмический салон «Макс-2017» Жуковский, чтобы мы, наш клуб там сделал выставку с презентацией, показательные выступления. Вот ребята постарше приедут, помогут. Пригласили также наш клуб и в Брест на вот эти вот памятные мероприятия, которые пройдут в честь, ну, может, неправильно, наверное, в честь, а... Память. В память, да, начало Великой Отечественной войны. Там ребята, конечно, приглашаются постарше, это реконструкторы. Угу. Вот поедут как раз наши старшие, которым уже более 18 лет, они не прекращают свою деятельность в клубе, они все равно приходят, помогают, с удовольствием принимают участие в мероприятиях наших. И между тем, ваша деятельность, она действительно, вы добиваетесь успехов, которые видны не только на уровне Ленинского района. В День Победы в Доме правительства Московской области руководителю клуба «Ратник» Михаилу Ильичу Кононенко, да, была вручена губернаторская благодарность. Да, да, за вклад в воспитание молодежи, за именно вклад в патриотическое воспитание молодежи. На самом деле, да, Михаил Ильич ведет большую работу. Он начинал лет, наверное, 15-18 назад еще в УВД на базе УВД работать с трудными подростками. Угу. То есть как раз вот это такой клуб, куда ведут детей действительно трудных. И занимаясь вместе со всеми и наряду, вот, выезжая в какие-то экспедиции и прочее, ребята становятся действительно лучше. Нельзя подвести товарища, понимаете? И они это начинают понимать именно вот занимаясь и живя этой жизнью именно рядом со своими товарищами. И они могут, нельзя подвести, нужно поставить плечо всегда. Вы затронули тему новых клубов, да, вот, когда создаются новые клубы, и одновременно с тем, что развивается город, растет территориально, да, растет, да, население. А есть ли в планах открытие вот этих новых клубов на территории нового Видного? Вы знаете, на самом деле, да, у нас, конечно, есть проблемы. Есть проблемы с помещениями, потому что мы, квартиры, конечно, небольшие. Вот. Но недавно вот мы побывали на презентации развития старой части города в рамках ПЗЗ? Проекта «Зеленая река». Олег Владимирович Хромов презентовал в кинотеатре «Искра». Угу. И вы знаете, очень было приятно услышать, что в рамках именно вот этой реконструкции или реставрации будут созданы новые помещения именно под мастер-классы, под творческие мастерские. Это всегда востребовано. Народу действительно ходит много к нам в клубы. И есть такая потребность в увеличении площадей. Вот даже, например, взять наш авиамодельный кружок. Мы бы и рады больше ребят туда, но, к сожалению, невозможно в подвале, в цокольном этаже поместить, допустим, 30-40 человек. Поэтому мы всегда будем рады, если будет какая-то возможность выйти и провести какое-то мероприятие большое где-то в помещении более просторном. Ежедневно общаясь с молодежью, как вы считаете, что, вот, на ваш взгляд, интересует молодежь больше всего сейчас? Больше всего сейчас? Ну, и отличается ли она от той молодежи, которая была 20 лет тому назад? По своим взглядам? Нет, ну, по своим интересам. Конечно, отличается. Конечно, отличается, все растет, все развивается. Я могу даже ответить, наверное, на примере своих детей. Больше стало желание общаться друг с другом, понимаете, проводить время, ну, если я скажу с пользой, может быть, это будет как-то звучать неправильно. Но действительно хочется заниматься ребятам каким-то живым делом. Хочется, вот даже на примере посадки яблонь, которая у нас недавно происходила. Да. С удовольствием, акция «Город сад». Да, с удовольствием откликнулись, пришли, сажали. И сажали не просто потому, что надо, а с пониманием того, что действительно это будет красиво. Действительно вырастут яблони, город станет лучше, интереснее. Да, конечно, изменилось. Я считаю, что в лучшую сторону. Молодежь наша стала, не то, что стала лучше, она стала, да, она стала другая. Но она стала активная, и ребятам действительно не безразлично, что будет. Это видно и на примере наших ТСМов. С удовольствием включаются в работу, причем в любую. Глаза у ребят горят, так что идей масса, и это хорошо, это здорово. А почему, на ваш взгляд, подростковый отдых должен быть организованным? Я имею в виду то, что вы сейчас назвали очень большое множество
тех мероприятий, на которые они могут сходить, которые могут посетить, абсолютно разноплановых. Да. Ну, организованным, конечно, должен быть организован. Но, во-первых, если дети просто на улице, организаторов может быть масса, они могут быть самыми разными. Угу. А наша задача действительно взрослых людей направить их в то русло, где они действительно смогут и выразить себя, и свои, как тут правильно сказать, я немножко волнуюсь, свои извините. Идеи воплотить в жизнь. Свои идеи воплотить в жизнь. Да, и чтобы это было интересно, и их сверстникам. Вот к нам ребята идут не то, что сами, они еще приводят своих. У нас в клубы ходят более 400 человек. Mm-hmm. Так сколько еще с ними просто так ребят приходят, провести время, досуг, позаниматься чем-то. Вот это организованный отдых. Им нравится, им интересно. И опять же, отвлечь от улицы, из подъездов mm-hmm. их вытащить. У нас продолжаются вопросы от телезрителей. Может быть, попозже включился наш телезритель. Спрашивает, когда будет День молодежи? В этом году День молодежи планируется провести 1 июля. И еще, может быть, вкратце да, вот снова о том, что там будет. 1 июля День молодежи предполагается вот на сегодняшний день. Проведение в районе кинотеатра «Искра». Будет угу. масса площадок. У ребят очень много идей. Я многое знаю, но раскрывать всего не буду. Естественно, там будут все наши клубы представлены. В рамках этого мероприятия пройдет фестиваль исторических фехтований «Арена». Очень зрелищное, красочное мероприятие. Будет поставлена большая сцена, будет концерт. Ну, а уж детали такие пусть будут сюрпризом для наших жителей. Поэтому, пользуясь случаем, я приглашаю всех, приходите. Будет очень интересно. Программа будет большая, дневная. Практически с утра и до позднего вечера. Мы вас ждем, приходите. Сегодня мы много говорим о летнем отдыхе, но рано или поздно лето закончится, начнется осень, новый учебный год. И ребятам надо будет как-то разнообразить свой досуг. Да. Для этого, соответственно, они заинтересуются вашей организацией и придут к вам. Как они могут это сделать и как, главное, они могут узнать об этом? Существует ли, может быть, какая-то практика о том, когда в школах рассказывают? Да, конечно, у нас существует уже практика, это наработано. Педагоги идут наши в школы, угу. презентуют там свои клубы, приглашают ребят. Так что, ну, естественно, информация идет и по системе интернет. Угу. Вот. Ну, вот как-то так. В школе. В основном контингент это наши школьники, подростки, поэтому работаем со школами. А существует ли какой-нибудь, условно, день открытых дверей, допустим, где происходит какая-то выставка всех достижений вашей организации «Энергия», вашего учреждения, когда дети могут прийти, посмотреть и выбрать, ага, мне нравится вот это, или мне интересно вот это? Ну, как таково, такого дня у нас пока мы не проводили, кстати, очень хороший день, спасибо вам большое, вы нам подсказали. У нас существует определенный день у каждого клуба, когда может прийти человек и полностью с ним. К нам и с родителями приходит, и педагог рассказывает, показывает, объясняет, что как. Вот. А вообще у нас на всех мероприятиях, на наших районах, вот в частности на мероприятиях майских, посвященных Дню города, там презентация наших клубов проводится. Угу. Так что... И раздаем и брошюрки с телефонами, и тут же представлены все наши клубы на всех мероприятиях, вот таких знаковых, мы везде участвуем. Угу. Наша телезрительница Инна спрашивает, как можно организовать свой кружок по интересам и куда обратиться? Приходите, пожалуйста, в наше учреждение, я уже повторюсь, по адресу проспект Ленинского, Комсомол, дом 16. Или да, посмотрите телефон по интернету, могу назвать в прямом эфире 8495-548-0812. Звоните, мы будем рады с вами пообщаться. Скажите, пожалуйста, Елена Владимировна, а вот как вы сами любили отдыхать в свободное время? И, может быть, вы переносите что-то из своей жизни в работу? Какой-то опыт? Ну, опыт скорее не отдыха я приношу в свою работу, а приношу свою любовь к детям. У меня у самой трое детей. И по профессии я вообще совсем другой человек. Я инженер-электромеханик, я закончила технический вуз. Но вот сейчас я посвятила и не жалею ни одной минуты свою работу, работе именно с детьми и подростками, скорее с подростками. Потому что я вижу, как это важно и нужно, как они нуждаются, угу. наши дети, вот именно во внимании.
в занятиях с ними, чтобы мы понимали, взрослые их, вот в этом взаимопонимании. Это очень важно и очень нужно. С ребятами нужно заниматься всегда. И тогда действительно у нас будет нормальное, здоровое общество. Да, это действительно отдых, большая понимаете, работа. Отдых в семье, женщина-то отдых. Какой отдых? Отдых, он с детьми отдых всегда. Любое общение с детьми – это уже отдых. Это не работа. Ленинский район очень богат своей историей. У нас есть общество краеведов, которое постоянно что-то ищет, что-то находит в архивах, какие-то новые интересности. И сотрудничаете ли вы с ними? Существуют ли какие-то экскурсии, походы в историко-культурный центр? Да, у нас, мы, естественно, сотрудничаем. Мы сотрудничаем с историко-культурным центром. Анна Родионовна Нестерова – это наш большой друг. Она нас приглашает всегда на все выставки, на все мероприятия, посвященные вот именно вот таким краеведческим мероприятиям. У нас, скажу еще, мы в прошлом году, опять же, возродили еще один наш кружок спортивного туризма, которые как раз этим и занимаются. Сейчас вот у нас только он недавно начал работу. Это вы про вертикаль? Да, вертикаль, так точно. Там, значит, Русаков у нас, Константин, педагогом работает. И в планах, да, именно вот походы по нашим историческим местам нашего города. Поэтому в обязательном порядке это. У нас идет комплексное такое, у нас есть все. В том числе и обязательно знание истории. Мы же не, у нас клубы не только сами по себе работают. У нас есть и общие мероприятия, где мы вместе собираемся и проводим какие-то там и дни рождения, там, и беседы, там, и, ну и прочее, прочее, прочее. На самом деле очень интересно живем. Я просто почему про общество краеведов вспомнил? Потому что они в основном базируются в библиотеке, очень часто заседают. И библиотеки сейчас позиционируют себя уже не просто как место, где можно взять книгу, а как центр культуры. Такой. Да, да. То есть получается, что вашу организацию справедливо ли будет тоже назвать центром культуры и досуга? Ну, да, можно сказать и так. Мы, точка культурного притяжения. А в библиотеке-то мы ведь тоже работаем. Да? Мы там ежемесячно мастер-классы проводим. Наши творческие клубы с удовольствием туда приходят. Приходят ребята из новых микрорайонов туда, потому что действительно в квартире невозможно собрать много детей одновременно. Угу. Вот. А в библиотеке, пожалуйста, места очень много и очень хорошо. Ребята приходят с удовольствием, вывешиваются обязательно на там, доска. У них специально такая есть объявление. Когда и что будет. Угу. Поэтому и приходят с родителями. Причем родители с удовольствием сами в работу включаются. И такие поделки делают интересные. Угу. Ну, давайте сейчас вернемся к программе все-таки летних мероприятий. Да. О чем бы еще хотела сказать? Какие вот самые интересные моменты есть? Ну, у нас, собственно говоря, все интересно. Угу. Вот, в зависимости от того, что кого интересует. Тут на любой вкус. Угу. Вот. Ну, а самые, конечно, большие. Это вот я, как говорила, в деревне Коробово у нас будет мероприятие большое, красочное, с элементами фаер-шоу. Это в рамках Дня молодежи вот мероприятие. Кольчуга тоже очень интересное. Ну, клоун Алекс наш, это тут даже, наверное, представлять его не нужно. У него все мероприятия очень интересные. Творческие мастер-классы. Оборон спортивный клуб «Ратник», военно-патриотические игры тоже очень интересно. Там полоса препятствий у них, и стрельба, и метание ножей, и паутинка, там прохождение, в общем, перетягивание каната. Ну, чего только нет. То есть на любой вкус. Все интересно, приходите. Это каждые выходные будет? До сентября? Это не выходные, потому что в парках у нас же сейчас все практически организации, которые существуют, культуры, они все нацелены на проведение каких-то мероприятий своих, именно досуговых, в рамках летних каникул. Поэтому мы стараемся не занимать эти ниши, а проводить в будние дни. Вот, поэтому расписание, я говорю, как вот уже сказала, мы вывесили на нашем сайте, не на сайте, вернее, извините, в группе ВКонтакте. Да. Ну, а даты вывешены, а время мы дополнительно вот будем это корректировать, потому что погода пока, видите, какая, и точно что-то сказать. Кстати, бывает такое, что из-за погоды, допустим, что-то, ну, если не отменяется, то переносится? Отменяется ни в коем случае, переносится. Вот, в частности, на прошлой неделе погода нас не баловала, поэтому мастер-класс нашего клуба нашего клуба «Русский взор» мы перенесли в храм святого мученика Георгия Победоносца. Мастер-класс провели в летнем лагере «Свечечка». Ребят было много, с удовольствием работали. И приглашают, приходите, приходите. Конечно, придем. И с удовольствием придем. Для них, собственно, мы для наших детей работаем.
и неважно где. Многие ваши клубы тоже уже там существуют много-много лет. Да. Извините. Вот та же вертикаль, которую мы сегодня уже затронули, насколько я знаю, она особенно гремела в начале вот 21 века на рубеже веков. Конец 90-х, начало 2000-х, когда было очень много походов, очень много каких-то выездных мероприятий. Вот расскажите об этом. Да, у нас и вертикаль, и клуб «Горизонт», они ежегодно летом проводили выездные лагеря туристические, спортивно-туристические, сплавлялись по реке. Это в основном у них были походы в Карелию. Ребята ездили с удовольствием. Но вот, к сожалению, трагедия недавно, которая унесла жизни детей, наложила определенный отпечаток. И сейчас определенные трудности, пока мы, значит, вот будем думать, как нам теперь работу правильно построить, чтобы не потерять это, и в то же время наиболее обезопасить и детей, и правильно, грамотно составлять уже в связи с новыми требованиями документы. Тут просто дело не быстрое. Поэтому... Но тут не идет речь уже про Карелию, идет речь просто про выезды, да? Или как? Нет, ну, пока никуда. Пока только в рамках Ленинского района, вот где-то вот в Григорчиково, либо, говорю, как вот в деревне Коробово, либо по нашим вот местам таким походы летние, зимние на лыжах, вот это есть. Ну а далеко пока мы не ездим никуда. Ну а если говорить о менее экстремальных клубах, вот как квилт-клуб, тоже клуб с большой богатой историей. Да, с большой богатой историей, я про него уже рассказывала, там работает педагог Валентина Александровна Душко. Она работает очень давно, тоже начинала еще при ЖЭКах, очень-очень, это прошлый век, можно сказать. Вот, наработана большая у нее авторская программа, вот, оборудование. Вот, кстати, хотела сказать сегодня, этот момент немножко упущен. Еще раз повторюсь, спасибо нашей администрации за поддержку, за то, что занятия у нас все-таки остаются бесплатными, это очень важно, и за поддержку именно материальной базы. Потому что, ну, понятно же, что не имея денег, нельзя достойно обеспечить досуг ребят, правильно? Ведь одно дело на улице там что-то провести, а работать, изготовить тот же самолет, да, изготовить какую-то, сшить мягкую игрушку или какую-то вещь хорошую, красивую сделать, те же заготовки деревянные. То есть администрация помогает, большое спасибо, и расходными материалами. Вот недавно мы провели конкурс, любимый наш 44-й закон, по закупке станков в наш авиамодельный кружок. То есть материальная база у нас тоже более-менее нормально хорошая. И уже, естественно, идет уровень подготовки ребят другой совсем. Это уже практически инженерный уровень работы. Станок, конечно, я не скажу, что он там какой-то стерильный, там токарный, здоровый. Нет, он небольшой, он пристается к компьютеру, но уже инженерные мысли работают. Ребята, им уже интересно. Ну и самое главное, наверное... Идет в ногу со временем. То, что да, и что преподавательский состав тоже люди не просто с улицы пришедшие, а которые... Нет, безусловно. Да. Люди не пришедшие с улицы, люди, которые либо этим делом занимались, либо специально они учились, люди имеют педагогическое образование, курс повышения квалификации проводится. А у нас ежегодно проводится аттестация специалистов. То есть все очень серьезно. Это не просто какие-то люди, которые пришли заниматься этим, потому что они хотят, им это нравится. Нет, у нас серьезно дипломированные специалисты работают. Но тем не менее, все равно любовь к детям, она непосредственно должна быть. Ну да, сейчас, может, скажу крамольную такую вещь. А с нашими зарплатами далеко не уедешь, потому что понятно, что молодежка. Вот, поэтому у нас люди работают, это... Просто вот по своему призванию. Призвание своей души. Да, да, как в школе. Если ты пришел в школу, ты уже оттуда не уйдешь от детей. Так и у нас тоже. Ну, это тоже, по большому счету, школа. Да, да. Работа с детьми – это самопожертвование, прежде всего. Это отречение, наверное, от своего досуга, от всего. Потому что у нас ведь как? У нас очень сильно родительские комитеты. И даже, вот понимаете, педагог, он даже дома работает. Потому что звонят, вот, а у меня вот сегодня вот это случилось, а у меня вот то, а как мне лучше поступить? То есть какие-то такие моменты, которые ребенок даже, может, с родителями не захочет. А тут отношения, я не скажу, что они какие-то... прям дружеские или там вот на одном уровне. Нет, но уважение есть, и ребенок понимает, подросток, что этот педагог, вот, он сможет эту проблему решить. И, соответственно, либо совет даст грамотно, либо встретятся в клубе, поговорят. То есть вот взаимодействие идет полное. А бывали ли у вас случаи, может быть, на вашей практике вы замечали, что приходит ребенок какой-то, ну, в один из клубов,
одинокий, у которого нет друзей. И вот тут он знакомится с кем-то и находит свою компанию, клуб по интересам, и постепенно социализируется, вливается в жизнь. Да, конечно. Это вот у девочек тоже такое очень часто бывает. Обижают, вот в школе придет, вот она... Мне сами педагоги просто сами рассказывают, я не буду фамилии называть, именно вот по прикладным. Вот девочка такая, вот вроде она скромненькая, вот они получаются, у нее в школе что-то не так, и... Подруга сказала, вот можешь прийти там. Ведь у нас как? Они приходят, дети, не заниматься конкретно чем-то. Они приходят после школы. Кто-то может сесть, сделать уроки. Сидят, пьют ребята чай вместе, общаются. Потом сели, что-то вместе сделали. То есть это не учреждение, не клуб, нацеленный на достижение какого-то результата, допустим, как в спорте. Нет, это просто досуг. И вот именно общаясь вот так вот в неформальной такой обстановке, ребенок, он раскрепощается, и у него появляется доверие и к педагогу, который видит, что человек нуждается действительно в поддержке. Поэтому да, конечно, и такие ребята у нас ходят и в клуб «Ратник» тоже, мальчики бывают, да, Михаил Ильич мне много рассказывает, что но умеют люди, и подход знают как. Педагоги давно работают, имея педагогическое образование, да, они... могут найти подход к детям. И ребенок меняется. Да, вот привела мама мальчика, подростка. Вот живем без папы. Сложный стал возраст переходный, грубить начал. Дома не появляется, пропадает. Михаил Ильич, ну помогите как-то. Михаил Ильич взял его с собой в поход. И с похода мальчик пришел совсем другим человеком. Он научился чистить картошку. Он научился ставить палатку, колоть дрова, он научился не подводить своих товарищей и жить в коллективе. Вот это самое главное. Так, кроме всего прочего, Михаил Ильич теперь стал еще и руководителем юнармии в нашем районе. Да, начальник штаба. Вот. Да. Расскажите об этом движении немножко. Вкратце. Ну, я у нас эфир уже заканчивается. Так быстро? Да. Юнармия на самом деле, да, Михаил Ильич сейчас у нас начальник, сейчас начальник штаба. Ребят, желающих очень много вступить. На базе, по-моему, школ у нас организованы и ячейки, которые объединяют. Довольно-таки уже работа такая приличная ведется. Ребята посещают парк «Патриот». Ездили на мероприятие. Вот была реконструкция, по-моему, взятие Рейхстага. С удовольствием поехали, выполнили свою боевую задачу. Мероприятий планируется много. Вот недавно мы собирались вместе на собрание по этому поводу, вела собрание Елена Владимировна Якуничкина. Планов много, вот, и, соответственно, работа будет вестись тоже большая, и ребят, желающих поучаствовать, много. То есть это не только какие-то совместные, там, допустим, патриотические игры, там, спортивные и прочее, тут и выезды различные, и взаимодействие с такими же ребятами из других районов, ну, на самом деле, много. Ясно. А у вас в энергии какие-то есть новые идеи, которые вот уже сейчас, можно сказать, в ближайшие месяцы будут реализованы, новые клубы? Ну, новые клубы в ближайшие месяцы, я не знаю, наверное, скорее всего, нет. Вот приходил, говорю, сегодня мужчина по поводу открытия вот клуба аквариумистики. Ну, будем думать, как. Все же не все от нас зависит. Есть определенные трудности и по штатному расписанию, и по деньгам, и прочее. Само собой. Поэтому тут да, такие ну, моменты. Я вас благодарю за то, что сегодня пришли, за то, что нашли время, и вы делаете действительно большую, большую работу. Да, вот. И сейчас, чтобы еще раз пригласить наших телезрителей, напомнить им насчет главного мероприятия молодежного, которое будет в ближайшее время, это День молодежи, у вас еще раз есть возможность обратиться. Да, дорогие наши жители, приходите, ждем вас на большую интересную программу «День молодежи». В этом году он будет немножко другой. Его готовят наши с вами дети, молодежные советы, ТСМ и наши. Поэтому будет интересно, креативно и очень здорово. Приходите. Еще раз вам большое спасибо. Я напомню нашим телезрителям, что в гостях у нас была Елена Разбиралова, директор муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью «Энергия». И мы сегодня говорили о летнем отдыхе для детей и подростков. Спасибо, до свидания.